Всем привет, с вами Викос, и у меня готов свеженький прогноз погоды. Природе не нужен волшебный шар, чтобы предсказать будущее. Пока людей одолевают тревоги, погода диктует свои правила. Ее вердикт на конец февраля – зиме быть. Синоптики нашли виновника февраля – нестабильную солнечную активность. А в марте на погоду начнут влиять фазовые колебания температуры воды в Тихом океане. Поэтому жители северо-востока и центральной части страны могут смело расчехлять зонтики. Но при этом не убирать далеко теплые вещи. На смену дождям вернутся морозы в компании с атлантическими циклонами. Привычные к холодам сибиряки получат 40 градусов со знаком минус и мощные снегопады. Дальнему востоку осадков достанется чуточку меньше. Южанам тоже радоваться рановато, хотя температура начнет расти, дожди и сильный ветер накроют Крым и Кубань.